ждем яркого света, то свет в конце тоннеля нас манит наши цели. И теперь без возврата мы все мчимся туда-то. Солнышко, лучи на небеса, так чистые освещают. Удача велика, задача попадала, поможет, помогает, мы все.
окружающих меня Он прославит, что мы носители царства. И когда мы поем эти строчки, опять знаете что? И там Он сам, Иисус, наша жизнь. Он делает нас заметными, потому что мы носители царства. И так жизнь сама делает, Он так сам делает. Он ни у кого не спрашивает об этом. Он просто показывает своих сыновей и дочерей. Он показывает царство через них. И по сути, мы сами согласились. Но даже когда нам хочется быть незаметными, уже не получится. Потому что мы носители царства. Не только у других, но и у нас. Уже не спрашивают. Но Он говорит: прославляющих меня я прославлю. Ты носитель царства. И ты уже не сможешь быть незамеченным, потому что сама жизнь это делает. Отец, который сам есть путь, который сам есть солнце, который сам есть цель, который сам есть мишень. Это все о нем. Это песня о папе. Это все о нем. Да, да, да. Oh,
происходит перед моими глазами. О том, что Отец, Он, Иисус, Он познал Отца, и Он явил Отца. И Он не мог быть незамеченным. Он не мог быть незамеченным, потому что Он являл Отца. Потому что Царство Небес и Царство Земли совершенно разные. Разные истины говорят, разные принципы говорят. Но Он одна истина. Он одна истина. Он одна цель. Он одна. И все творение ожидает откровения сынов. Все творение желает откровения сынов. Мы в одном деле с Отцом. И у нас одно дело с Иисусом. У нас одно дело с Иисусом. Познавать Отца и являть Его. Одно дело с Иисусом. По всей земле больше и больше становится известен Папа. Свет откровения по всей земле, Он разливается, и Папа становится известен, и всякая ложь о Нем от этого света тает, тает, тает. Солнышко, лучи на небеса, так чисто освещают на дорогу.
велико богатство славы, сыновьям предстоит и дочерям предстоит познать, как славно наследие Его. Сыновьям предстоит и дочерям предстоит узнать, каково славное наследие для сыновей, для дочерей. Узнать, что такое открытая дверь, Иисус, открытая дверь. Узнать, познать, 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 что такое путь Иисус, живой путь. Познать, познать и увидеть в физическом мире, и увидеть, как это проявится реальностью здесь, 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 на земле. Да, и увидеть, как это будет проявляться. Сокрушаются оковы в разумах, видеть, а как оживают сердца, воскрешают сердца, не усилием человека, но славой Отца. Просто славой, славой Отца, одним словом об Отце, одной реальностью Отца. Вдруг в мгновение ока падают цепи, падают цепи, падают цепи от реальности. Видеть, 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 видеть.
ним, что это такое, каково наследие. Вы будете изучать, а что вам дано. Вы с Отцом, Он будет вам сам открывать. Я чувствую Дух Откровения. Дух Откровения. И ангелы. Знаете, наследство Бога. Но есть кто вас как желает этого, хочет этого. А есть кто даже не знает об этом. И там, где есть жажда, там, где есть желание. Я просто вижу, как туда начинают спускаться ангелы. Что рассказать, им есть что показать, им есть что нам показать от царства, им есть что показать нам от царства. Они посланники, посланники. Спасибо за ангелов твоих, спасибо за свитки твои, за свитки, которые ты дашь нам съесть, и они будут раскрываться внутри нас огнем, что наше сердце будет знать, эти свитки будут открываться в нашем сердце огнем, и наше сердце будет знать, каково славное наследие, каково богатство Твоей славы. Сердце начнет знать больше, больше. Ты просто берешь нас в эту реальность, ты погружаешь нас в эту реальность. Живое, действенное Слово. Слово, не отделенное от действия, но живое и действенное. Живое и действенное Слово. Спасибо за откровение на этом месте. Спасибо за Дух Откровения. Папа, спасибо за Дух Откровения. Папа, спасибо за ангелов. Папа, спасибо за ангелов. Папа, спасибо за свитки. Папа, спасибо за откровение. Каково богатство славного наследия. Папа, спасибо за свитки. Спасибо за откровение. Тебе нравится.
широка и глубока. Так свободно, так просторно, шепая: Иисус, река.